Важно правильно мотивироваться внутри. Когда ты, если ты желаешь для себя счастья, чтобы принести счастье другим, это один уровень мотивации, да, и он более верный, на мой взгляд. Он объединяющий, по сути, два этих мнения, да. То есть, и наоборот, если ты желаешь счастья всем, но научился сорадоваться, сопереживать счастье других, тут тоже нет противоречий. Потому что очень клево именно, это пришло не так давно для меня. Хотя интуитивно я, наверное, это где-то глубоко понимал, даже, наверное, спонтанно действовал в эту сторону. Когда счастлив другой человек, я приучаю себя сорадоваться ему. Я стараюсь с ним это разделиться, переживать. И в этот момент мое сердце распускается. И мне не составляет труда кого-то развеселить, кого-то там ущипнуть и сделать там, ну, там, как-то подкокетничать с ним. Потому что он в этот момент раз улыбнулся, у него внутри какая-то добрая энергия появилась, да. И мы с ним это разделили, сопереживали. И поэтому в этом смысле от того, что он счастлив я. И наоборот.